Прежним одной из самых обсуждаемых тем на этих дней остается калийный скандал. Вчера стало известно, что в уголовном деле может появиться новый фигурант. В Следственном комитете сообщили, что есть основания для возбуждения уголовного дела в отношении Сулеймана Керимова, главного акционера «Уралкалия». Кроме того, он может быть объявлен в международный розыск, а на собственность наложен арест. Также следствие инициировало проведение госконтролем проверки финансово-экономической деятельности белорусской калийной компании. Основанием для проверки послужил ряд выявленных Следственным комитетом фактов, в которых усматриваются многочисленные нарушения белорусского законодательства. В частности, нарушение налогового законодательства, невозврат валютной выручки из-за рубежа, а также вывод в пользу подконтрольных Уралкалию структур десятков тысяч тонн продукции Беларуськалия. Подтверждение этих фактов будет являться основанием для подготовки и предъявления исков, а также инициирование процедуры наложения арестов на активы и товары, аффилированных с Уралкалием структур, в том числе и за рубежом.